Представляю боксеров. В красном углу Вадим Иванов, Белгородская область. В синем углу Евгений Цеплаков, Тульская область. В красном углу готовится к продолжению боя Вадим Иванов, Белгородская область. Он 1998 года рождения, имеет первый спортивный разряд. Боксом занимается 3 года. За это время провел 45 боев, в 39 из них одержал победу. Является финалистом первенства Белгородской области 2012 года. А тренируется под руководством тренеров Магомедова и Париха. Вадим Иванов, красный угол.
синем углу готовится к продолжению боя Евгений Цыплаков, Тульская область. Он 1998 года рождения. Имеет первый спортивный разряд. Боксом занимается 5 лет. За это время провел 50 боев, в 34 из них одержал победу. Является призером первенства РФСО «Локомотив» 2011-2012 годов. А тренируется под руководством Юрия Колоскова. Евгений Цыплаков, «Синий угол». Уважаемые представители, тренеры команд, кто не отметил командировочное удостоверение, прошу подойти к столу главного судьи. К выходу в ринг приготовится четвертой паре Алексей Пирогов, Курская область, Самсон Никифоров, Воронежская. Четвертую пару обслуживает бригада в следующем составе. Рефери Колесников, судьи сбоку Корчагин, Никуленко, Григорьев, Павлов, Толмачев. А в этом бою победу одержал Вадим Иванов, Белгородская область.